гранд-финал. По фиджитал-футболу команды из России и Бразилии поборются за право называться первыми. Сначала ты играешь приставку, потом бац, выходишь на поле и уже играешь обычным мячом. Команда, которая стартовала в цифровом пространстве, она же потом выходит на поле и продолжает игру с тем же самым счетом, который был в цифре. Два мяча забила бразильская команда Таму Джунто в киберфутболе. И два мяча в первом тайме физического мини-футбола забила команда «Новый русский». Вот два финалиста, и кто-то из них станет первым обладателем титула чемпиона игр будущего. Это исключительно мастерство в чистом виде. Да! Он забивает! Бразилия с победой! Таму Джунто! Всем привет! Я Александр Цыпкин. Обычно я сочиняю истории, а сегодня вам расскажу реальную, реальную, захватывающую историю. В России не только изобрели, как будет выглядеть спорт будущего, уже запустили его. Что такое физикал спорт? Я мечтаю о том моменте, когда мне перестанут мне задавать этот вопрос потрясающий. Что такое физикал спорт? У физикал, очевидно, два корня. Физический и цифровой. Когда что-то происходит на стыке, наверное, это фиджитал, когда мы достаем часть цифры в физический мир или, наоборот, часть физического мира интегрируем в цифру. У нас появляется технологическая смычка между этими двумя мирами. К примеру, вы едете по городу на машине, у вас есть навигатор. То есть вы физически в обычной реальности передвигаетесь по улицам города. И в это же время ваша цифровая копия, цифровая версия в самом навигаторе тоже передвигается по городу, но по-цифровому. Ваши реальности объединились. У нас колоссальное проникновение цифры на уровне потребителей. У нас фиджитал везде. Зайдите в метро, и вы увидите навигацию в новых вагонах. В каком вагоне ты находишься, в какую сторону стрелочка показывает выход, где пересадка. Здорово, а раньше надо было вот по карте пальцем водить. Писатели-фантасты давно уже обратились к фиджитал. Допустим, бестселлер «Первому игроку приготовиться». Что это такое? Это роман, а фиджитал в спорте. Можем какой-нибудь включить фильм «Антиутопию», да, где там, не знаю, там, миром уже там правят андроиды, да, или там технологии ушли далеко вперед, что там уже, вставляешь флешку, и там перед тобой там появляется, не знаю, живой человек. На эту тему довольно много интересных, там, скажем так, научно-популярных и фантастических фильмов есть. Вот, по-моему, «Геймер», кстати, неплохой фильм с Джерардом Батлером, тоже про подобное, да. «Трон» в известной степени тоже. Поэтому, с одной стороны, есть объективная реальность, когда мы уже давно в цифре живем, и спорт в цифре живет. С другой стороны, есть кризис классических видов спорта. Вот если посмотреть на все тенденции, там, не знаю, как телесмотрение в Токио, например, Олимпийских игр, он упал на 40% по сравнению, например, с Рио. Классический спорт, он уже из каждого века в век переходит, ничего не меняется, а тут такое. Молодое поколение не смотрит телевизор больше 2,5 часов. Например, мои дети, когда смотрят со мной хоккейный матч. Через 20 минут они смотрят в телефон, отвлекаются на другие вещи. К примеру, НХЛ. Недавно провели исследование и выяснилось, что зритель стареет.
То есть те же люди, которые 16 лет назад приходили смотреть хоккей, они смотрят его до сих пор, а новые не приходят. То есть еще лет 20-30, и там будут уже в некоторой степени дедушки сидеть на трибунах. Аналогичная ситуация с футболом. Средний возраст человека, который смотрит Олимпийские игры по телеку, это 53 года. Ну куда? Там есть такие виды спорта в олимпийской сборке, которые давно уже пора выкидывать оттуда с точки зрения смотрибельности. Вы знаете, многие люди консервативны в своих взглядах, они не хотят изменений. Как, например, в хоккее консервативными являются канадцы, в футболе англичане. Поэтому, если есть желание изменить правила, нужно понимать, это не так просто. Я, например, хочу увеличить размер ворот, чтобы во время матча забивали побольше голов, но канадцы против, на 100%. Футбол – самый консервативный вид спорта. Он, первые футбольные правила написаны в 1861 году. С тех пор прошло 150 лет. Правила практически не изменились. Для меня Олимпиада – это мечта всей жизни была, как и для многих спортсменов, которые с 5 лет начинают заниматься и там не видят ни свою семью, нет никакой личной жизни и ничего, кроме там спортбазы и тренировок. Вот сегодня, конечно же, мы видим, что руководители Международного олимпийского комитета очень сильно вписывают себя в историю. Не в очень положительном и хорошем свете. Еще с 2013 года начались все эти расследования допинг, антидопинг, это значит комиссия Макларена, потом вот эта замена проб и так далее. Начался жесткий бан по этой части, там, начиная с Федерации легкой атлетики и заканчивая всеми остальными федерациями. Давайте вспомним пандемию. Давайте не будем ее вспоминать. Было очень плохо, потому что наша жизнь – это большой спорт. Когда большого спорта нет, ну, нет работы, делать нечего. Что-то мы пытались сделать, но нас выручил киберспорт. Традиционный спорт, благодаря вот этой бюрократии, ограничениям, медленной смене правил, очень стал проигрывать ожиданиям целевой аудитории, которая говорит, дайте мне яркое событие, дайте мне эмоциональное событие. Что вы приглашаете меня на эту трибуну? Дайте мне весь этот опыт пропустить через себя. Новый опыт? Зрелище? Давайте. В свои 18 я это хорошо умею. У меня уже большой опыт в кино, еще я отлично умею рисовать. Но вообще-то всегда хотела попробовать новый спорт. Вот и пусть это будет фиджитал. Что-нибудь мне точно подойдет. Пойду для начала знакомиться с фиджитал-хоккеистами. Привет! Хочешь, попробуем вместе с Надей? Да, давай. Проведу с ними одну тренировку. Если под конец смогу стоять на ногах, это уже успех. Джойстик дали вместо клюшки. Ну ладно, опыт есть. Я раньше играла в Sims и GTA. Что у нас? Он три штука бежал. Я вообще его не вижу. Он бежал, вниз, вот он вернулся. Вы на меня не рассчитываете, я так. А как не рассчитывать? Ну в хоккее 3 на 3, только если один игрок все отвалился, то считай поражение. Начнем с того, что вообще не вижу. Бросок. Ого! С моей помощью даже гол забили! Теперь говорят, что надо идти готовиться к выходу на лед. Но зачем придумывать новый спорт, если есть киберспорт, да? Социальный лифт, миллион долларов и тягаться с индустрией за внимание молодых практически невозможно. Десять лет назад, когда я заканчивал играть, в принципе, сказать, вот тебя спросят, чем ты занимаешься, это такой, я киберспортсмен. В принципе, ну,
половина людей вообще не понимала как бы ни слова, что какой спортсмен. А другая половина еще и могла у виска покрутить или там неодобрительно посмотреть. Я же начал зарабатывать больше на своем хобби, больше, чем все мои родственники вместе взятые. И сейчас мы видим, что у нас в целом все больше и больше появляется заинтересованных в том, чтобы развивать данную индустрию. И в последнее время дико нагремел Riot Masters, который начал ставить бешеные призовые на все игры, которые там вот проходят. За счет своей соображалки, за счет своих физических навыков, за счет того, что, например, быстро реагируете, все круто делаете, вот, круто нажимаете на клавишу, у очень многих людей появился шанс проявить себя в мировой сфере, стать узнаваемым во всем мире и в данном случае просто, скажем так, пробиться наверх. Мне на самом деле очень повезло, что я попал в киберпространство в качестве голоса. Хорошо отдает в движение. Он блокирует опаснейший удар. Потому что дети и подростки с середины 10-х годов, да, которые начали играть в FIFA, когда появился мой голос, сейчас им там от 10 до плюс-минус там, 15 лет, они меня знают не как комментатор Матч ТВ, а как комментатора FIFA. Я, конечно, пытался пару раз сыграть с моим сыном в PlayStation в хоккей, но я даже за компьютером работать не могу. Когда мне необходимо написать письмо, я печатаю двумя пальцами, поэтому компьютерные игры не для меня. Но мои дети, безусловно, играют, и я за этим наблюдаю, и этот процесс мне интересен. Это новое поколение, и это нормально. Тут футбола не было, нет. Но другие все вот эти стрелялки настолько меня увлекали, что я забывал счет времени. То есть я просто уходил в какое-то вот это компьютерное пространство, и это исчислялось прям часами. Отец заметил это после производства, приходящий домой, что я играю, час играю, два часа играю. В следующий раз, придя и увидев меня за приставкой, он сказал следующее. Вот сколько ты играешь времени в компьютер, вот в два раза больше ты должен играть на футбольном поле. Вот ты играешь час на приставке, два часа, будь добр, занимайся футболом. Я тут же сократил время игры в приставку. Тут же. Я знаю родителей, у которых есть дети, им приходится устанавливать правила, потому что дети очень много времени проводят за игрой в компьютерные игры. А нам важно, чтобы они начали заниматься физической активностью, и это наша цель. И если говорить о нашей миссии, как мы можем привлечь этих молодых людей к занятиям спортом? А кто сказал, что нужно бороться с киберспортом? Ну, классика. Не можешь остановить – возглавь. На самом деле нужно компьютерные игры, так сказать, заставить работать на нас, на тех, кто любит различные виды спорта. К примеру, лучшее из киберспорта и из обычного спорта объединить. Россия входит в топ-5 стран по количеству людей, которые играют в киберспортивные игры. И если я не ошибаюсь, то это больше 30 миллионов ежедневно играющих в киберспорт. Мы говорим о том, что традиционный спорт сформировал большую критическую массу людей, которая находится в нем. Но есть еще и другой мир. Иногда это пересекающиеся люди. Аудитория того же финала чемпионата мира от каждого следующего финала каждые 4 года становится все больше и больше. Поэтому никакой проблемы с настоящим спортом я не вижу абсолютно. Другое дело, что, безусловно, аудитория киберспорта тоже растет. Современный мир, он заключается в том, чтобы найти какой-то симбиоз, соединить эти аудитории, насколько это возможно, и попытаться взять все лучшее, что есть в настоящем спорте, и все лучшее, что есть в киберспорте, и попытаться это как-то в единое соединить, что, как мне кажется, проект Fidgetal пытается сделать. Средний возраст членов МОКа 74 года. И им рассказывают про киберспорт? Ну, давайте попробуем. Ну, в общем, это безнадежная история. МОКу рассказывают про киберспорт, потому что Томас Бах сказал, он тогда еще говорил, что киберспорт только через мой труп, а он еще крепкий старик. Мы постоянно общались с нашими бывшими олимпийскими друзьями, бывшими и настоящими. Ну, мы же прошли школу олимпийских игр, после этого делали большое количество международных проектов. Самые обширные консультации и вот эта вся идея, она возникла вообще в 2018 году. Мы не до конца понимали, что с ней делать, с этой идеей. А потом мы пришли
в Дмитрия Николаевича Чернышенко и сказали, вот такая вот история есть. Он за нее сразу ухватился, ну, ровно потому, что это просто лежало на поверхности. То есть, если бы не мы ее придумали и оформили, то это бы сделал 100% кто-то другой. Но это впервые в истории человечества, когда создается новое спортивное международное событие, в котором совершенно новые соревнования, которых не было никогда раньше, вы их даже многие не видели никогда вживую, как они происходят. Мы сказали, слушайте, а чем мы постоянно ползаем на коленях и просим Международную Федерацию нас пустить в какое-то дополнительное, в какое-то международное соревнование? А давайте мы лучше сами свой суверенный продукт создадим, свой суверенный, но международный, ну, то есть созданный в России, но открытый всему миру. Пусть они к нам приезжают лучше. И вы, русские, когда что-то зародилось у вас в голове, вы относитесь к этому со всей отдачей. Я бы не сказал, что вы упрямые, но вы очень целеустремленные. Мы пытались выстроить спортивную организацию нового типа, которая быстрее, эффективнее, креативнее, чем международные организации, которые выстраивались на протяжении последних 50 лет. Но они выстраивались по тем принципам, которым мир жил 50 лет назад. Консенсус, ассамблея, члены, давайте соберемся в Буэнос-Айресе, ну давайте туда долетим сначала. А у нас включили ВКС, видеоконференц-связь, и быстро приняли решение. В этом кайф, в этом ротация, в этом будущее, и не только в спорте на самом деле. Быстрее надо делать, быстрее и эффективнее. Состоялась встреча с Игорем Ильичем Столяровым у нас в марте месяце, где он предложил, говорит, не хочешь возглавить федерацию и попробовать там внести свой вклад, потому что это большая работа и нужно было много всего. На тот момент еще, конечно, я этого не понимал, какая была работа, какой объем. Прийти в федерацию, которая уже существует, которая там проработала много лет и есть какая-то уже концепция, прийти, внести свой вклад, это одна история. А создать и с самого начала, с нуля, участвовать в всех процессах, там, юридических, организационных и так далее. То есть особенно вот этот вот вызов, когда ты понимаешь, что большое количество людей не просто не понимает, что это такое, они даже не верят в это, потому что все хотят классический спорт. Мы помним, что было, какой был отклик у людей, когда пришел киберспорт, что многие от этого отворачивались и так далее. Если я возьму хоккей в качестве примера, у нас есть почти целая книга, посвященная офсайдам. Также есть книга о пробросах. И эти книги с правилами становятся все более и более объемными. Мне нравится спорт, правила которого просты. Хоккей на площадках уменьшенного размера, без правил офсайда, вбрасывания, пробросов. Где мы бы играли в хоккей, как это делают дети, просто имея шайбу и вперед играть. Например, участники, не являющиеся хоккеистами, играющие за компьютером. Для них должно быть просто выйти на лед и начать играть. И не думать долго о том, что делать с офсайдом и прочее. Он просто играет, едет на коньках, владеет шайбой, пасует, бьет по воротам и забивает гол. В хоккей никогда не играла, и я занималась фигурным катанием в детстве. Тут другого нужны типа комментаторы, тут другого типа нужны судьи, тут другого типа нужны тренеры, тут другая нужна физподготовка. В том числе, да, тренировки по принятию решений, скорость, психология. Мне кажется, что мы еще не до конца оцениваем тот самый потенциал, да, всего нового, что создадут игры будущего, и в частности, фиджитал спорт. Ну посмотрим, что из этого выйдет.